Всем привет! Многие из нас любят потрескать после какой-нибудь большой вечеринки шаурму. И поэтому я решил сделать для вас мексиканское блюдо буррито. Я думаю, это будет ничем не хуже, а может даже интереснее. Погнали! Берем куриное филе, обычную филешку. И режем ее соломкой. Нарезаем примерно такими кусочками. Не слишком тонко, не слишком толсто, чтобы было вкусно. Соль, перец. Добавляем чуть-чуть копченой паприки. Добавляем чуть сушеного чеснока. Если есть свежий, можно добавить, в принципе, свежий. И все это мы перемешиваем так, слегка мнем. Пока жарится наша курица, подготовим к нему соус. Соус очень простой. Это добавляем чуть посоли. И в эту же посоль добавляем сметану. Пока она жарится, курица, подготовим авокадо. Подрежем красный лук, ставим соломку. Также подрежем хлопенье. Смотрите, хлопенье можно, причем можно добавить либо хлопенье, либо чили. Вкус все лучше будет. Я люблю поострее, поэтому добавляю побольше хлопенье. Вот и все, в принципе, нарезка готова. Для того, чтобы она проще свернулась, ее надо слегка подогреть. А то есть мы кидаем ее на раскаленную сковороду, чуть-чуть ее прогреваем, и она сворачивается так, как мы хотим. Берем лепешку, берем сыр. Я ленивый, то что решил сам не тереть. Я взял моцареллу, можно использовать моцареллу, либо чеддер. Выкладываем авокадо. Чуть-чуть красного лука, мой любимый хлопинец.